будильник. Братья и сестры, заходим, заходим. Время-то всего 9 часов. Куда бежим? Куда? К кому? Кому угодно. Кому угодно делаем. Для своей души потрудитесь. Юрочка, всех сюда. Двигай сюда, двигай. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди все ревны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, мы просим Твоего благословения, прибудь с нами и прости нас. Руководи нами, и Дух Твой Святой да не оставит нас. Тебе, Господи, за все хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. Аминь. Послушаем толкование Петра Болгарского на сегодняшнее чтение. Сегодняшнее чтение. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, стихи с 13 по 24. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Стих 13. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. К концу послания опять убеждает, показывает, что не должно надеяться только на учителей, но и самим себе внимать. Бодрствуйте, так как есть обольстители. Сказал это потому, что они как бы спали, а не по внешней мудрости, ибо в ней можно не утвердиться, а кружиться. Сказал это потому, что они колебались, так как есть ли наветники. Сказал это потому, что они расслабели духом. 14 стих. Все у вас, да будет с любовью. Толкование. Это против тех, которые смущали и разрывали церковь. Учит ли кто? Учится ли кто? Обличает ли кто? Все говорит, да будет с любовью. При посредничестве же любви не будет ни гордости, ни разделения. 15 стих. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Толкование. Здесь нужна перестановка. Умоляю вас, дабы и вы подчинялись таковым. Прочее вставлено. Вы, говорит, знаете и не нуждаетесь в научении от меня. Семейство Стефанова называют начатком Ахаи, или потому, что оно первое уверовало, или потому, что вело и жизнь прекрасную. Ибо начаток всегда должен иметь превосходство пред тем, чему служит началом. Ахаи называют Элладу. Они определили и посвятили себя на принятие верующих нищих и на служение им. И не по принуждению от других, но по своей собственной воле. Стих 16. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Толкование.
То есть участвуйте с ними и в денежном иждивении, и в телесном служении. И не сказал просто «содействуйте», но будьте почтительны, заповедуя усиленное послушание. А дабы не подумали, что благоприятствует одному только Стефану, прибавляет «и ко всякому содействующему и трудящемуся». В чем? В служении святым, ибо все таковые достойны чести, но и они в таком случае будут сносить труд свой мужественнее. Стих 17. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Толкование. Они сообщили Павлу известие о разделениях и о прочих погрешностях в Коринфе. Быть может, через них-то и уведомили его домашние хлоины. 1 Коринфянам 1.11. Поскольку естественно было, что коринфяне ожесточились против них, то он сдерживает их, говоря, что они восполнили отсутствие ваше. То есть пришли вместо всех вас и ради вас предприняли ко мне такое путешествие. 18 стих. «Ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Толкование. Объявляет, что его спокойствие есть их спокойствие. «Поскольку же они успокоили меня, а мое спокойствие для вас самих полезно, то с вашей стороны да не будет заявлено ничего неприятного им самим». Стих 19. «Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Толкование. Членов Христовых соединяет через приветствие, но по всегдашнему своему обыкновению. У них остановился, потому что и сам занимался деланием палаток. Деяние 18.1.3. Примечай их добродетель в том, что они сделали дом свой церковью, устроив в нем собрание верных. Стих 20. Приветствуют вас, братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Толкование. Только здесь делает прибавление о святом целовании, потому что много было разделений. Поскольку же много убеждал их к единению, то, наконец, соединяет их и целованием святым, то есть бесхитростным, а не лицемерным. Стих 21. «Мое, Павлова, приветствие собственноручно». Толкование. «Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение». 22 стих. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Толкование. Одним этим словом в страх привел всех, блудников, разномыслящих, употребляющих идоложертвенное, неверующих в воскресение и вообще всех, которые между ними вели себя не согласно с его учением и преданием. Ибо все таковые не любят Господа. Маранафа, то есть Господь пришел. Сказал это отчасти для того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а через это и о воскресении. Отчасти же для того, чтобы пристыдить их. Владыка за нас принял все на себя, а вы прогневляете его. Одни называясь по имени людей, а другие совершая порочные дела. Употребил выражение не греческое, а еврейское, или язык сирийский. Ибо говорил коринфянам, которые придавали много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия. Он же показывает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой, так что и говорит грубым языком. Стих 23. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Толкование. Долг учителя не только убеждать, но и молиться. И таким образом вдвойне утверждать учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв. Стих 24. «И любовь моя
со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Толкование. Поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимает их руками любви, говоря: «Любовь моя с вами», то есть «Я присутствую со всеми вами, ибо я не без вас, хотя и в другом месте». Этим же показывает, что хотя написанное и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и заботливости. А дабы не подумали, что говорит это из лести к ним, прибавляет: «Во Христе Иисусе». То есть любовь моя не имеет ничего человеческого или плотского, но духовно и во Христе. Будем же и мы молиться, дабы, любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу, ибо таким образом удостоимся и вожделенных обителей Божьих во Христе Иисусе, Господи нашим, возлюбившим нас, которому слава во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Виктор Андреевич, разрешите, объявление сделаю, пока не вышло. Я по тексту как раз. Ну, тексту. Ну, смотрите. Пришли Евангелия у нас. Значит, это говорит первое о том, что, ну, понятно, их надо распространять. Кто распространяет у себя, берите Евангелие. Второе. Эти Евангелия, они стоят 6 тысяч рублей. 1000 юлина, я так понял, да? Всего 3 тысячи. Для доставки. Это этот раз. А в тот раз еще, когда принимали, Сергей заплатил еще, да. 3 тысячи заплатила, да? То есть в деньгах дело еще. И Сергей отдал 5 тысяч своих, ты отдал, да? Говоришь? Нет. А сколько? Когда? Ну, ты говорил, что это первый раз там... давно было? Давно. Но тебе никто не отдал, я понял. Это я к тому же, к сведению, чтобы понимали. Вот это прямо сегодняшнее, мы сейчас прямо читаем. Ахайя, Асия, вот Асия, вот мы Ахайя, вот и мы богатые есть. Так, нет, я про ящик не говорю, это понятно. Я говорю про сегодняшнее, что у нас есть Евангелие. Первое дело, их надо распространять. Второе, Сергею надо возместить, ну, минимум 5 тысяч. Ну, то есть ему подходить отдавать, как мы обычно делали когда-то давно, несколько лет назад. Да. А он говорит: все, мне достаточно. Вот так, прям подходите ему, кто сколько дайте денег, ну, чтобы возместить брату. Вот так. Все, Виктор Андреевич, прошу вас. Благодарю. Пока никто не ушел, я, а то, когда вы говорите, все рассасываются, никого нет. Дополнение к этому, что сами Евангелия бесплатные, только вот транспортировку Юля заплатила, не хватило, мы собирали ей 700 рублей, то есть по 100 рублей каждый вот здесь отдаст, и будет, Юле уже собрана сумма. Но там есть условия у тех, кто присылал, нужно сфотографировать не то, как мы с книгами, как для Игната Тихоновича, вот я и его книги, нет. А то, как мы их распространяем. То есть, если вы кому-то подарили Евангелие на работе, например, или где-то, вы скажите: могу я сфотографировать вас, ну вот, что я вам подарила Евангелие, не когда мы с упаковкой в руках, а вот. И эти фотографии Юле нужно будет собрать там в течение какого-то времени, хотя бы несколько фотографий отправить туда. Вот такое условие ставят, что эти Евангелия, ну, в правильном направлении они отдали, чтобы в следующий раз могли опять же к ним обратиться и еще раз заказать. То есть, такое условие. Фотографии, как мы их раздаем бесплатно. Так что, Виктор Андреевич, расскажите о благовестии, там нас поднимите на это. Я хотел продолжить то, что читал брат. Заявление очень ценное, благодарю вас за это объявление. Всем нужно принять это к сведению. Я хотел спросить, теперь после этого объявления несколько, наверное, уже подзабыли, что читал брат, но я хотел спросить, что, какое слово, какой стих вас тронул, вот сейчас, слушая это толкование на этот отрывок Священного Писания, послание апостола Павла к Коринфянам? Есть какие-то мысли? Вот самый первый стих «Бодрствуйте». У меня он с самого начала, и он является центральным, ключевым. Бодрствуйте. И наши наставники
Игнат Тихонович батюшка, они часто говорят нам, бодрствуйте над своей душой. Ибо враг спасения нашего, он-то бодрствует 24 часа в сутки, до единой секунды. А мы только не пободрствовали, все. Да, причем бодрствовать нужно не только днем, но и ночью, оказывается. Потому что мы молимся, ибо я могу согрешить еще и ночью, оказывается. Во сне находясь, я согрешаю. Так что бодрствовать нужно также нам. Каждый раз, всякий день, всякую секунду, каждый миг нашей жизни земной. Ибо многие-то отпали по причине того, что не бодрствовали. Не бодрствовали, а враг соблазняет нас разными способами, разными ухищрениями, внушает нам разные мысли и уводит нас в сторону от спасения нашего. Благодарим мы наших наставников, что они нас наставляют и убеждают нас, чтобы мы бодрствовали. И вот этой молитвой, которую мы всякий раз... Научи нас, Господи, семикратно в день прославлять Тебя за судьбы и правды. То есть нужно всегда благодарить Бога. И не только семикратно. У нас еще и проходит занятие сколько раз в неделю. По интернету? Да. Все семь. Все семь дней. Вот это вот тоже бодрство. Так что, участвуя в этих занятиях, вот здесь, на занятиях, когда мы остаемся, это и есть бодрствование наше. А вот те, которые ушли уже, они уже не бодрствуют. Я понимаю, что есть какие-то причины очень важные, но это на совести каждого человека, насколько они важны. А можно было бы остаться и послушать Слово Господне. Господне Слово и выслушать необходимые какие-то наши взаимные потребности, которые нуждаются в нашем внимании, в нашем уходе. Вот, кстати, я хотел спросить. Брат Николай, он постоянно находится в заботе о своей жене болящей. Вот наши сестры ездили, они увидели, в каком она состоянии находится и в каком состоянии находится брат. Постоянно 24 часа в сутки он бодрствует. Бодрствует, потому что это необходимо для его супруги. Но он оторван, я полагаю, от богослужений. Может быть, надо как-то поговорить с ним. Может быть, она уже в таком состоянии, что можно кому-то приглядеть за нею. И он побудет на службе, здесь или в другом месте. Надо поговорить. Сестры, поговорите с братом. Позвони. Да. Вот такие вот мысли у меня возникли по прочтению этого толкования. Если у кого-то есть еще такое вот, ну, какая-то мысль по прочитанному, по толкованию Феофилакта Болгарского, пожалуйста. Если нет, то тогда о болящих прочитали вот сегодня уже, да, сейчас я прочитал, может быть, еще тогда у кого-то есть какие-то дополнительные сведения о наших. Вот нету наших роботов опять. То ли болящий, то ли нет. Татьяна Кузьминична, что уехала куда-то? Знаете? Заболела? Готов. Тетя Таня не домогает, да, что-то температура у нее там. Сейчас я не заеду. Еще не написали, у нас же путешествующие Елена, Дарья и Евсевий с Николаем. Ну и Галина. Путешествующие или приехали они уже? Они на выходные уехали, да? Они приехали же, они же вас молитвенно их скинули. Да? Сюда, нет, они туда приехали. Туда? Да. Она просто по то, что в пути была. Да, да. Но путешествующие. Ну и путешествующая наша сестра Галина, помните, да, что она на колесах уже несколько дней она будет в этом путешествии, поэтому там всякое может случиться. Чтобы Господь послал их добрых пассажиров, начальствующих, чтобы относились к ней по-доброму. И дал Бог, чтобы ей здравие душевное интересное, чтобы она перенесла это очень трудный, очень тяжелый труд. Ну вот, в прошлый раз посетила сестра Елена Любовь Петровну. Что-то изменилось за это время?
за эту неделю. Мы, и что, по-прежнему не известно? Так же. Все так же. Болящие. Ее выписали, Ольга? Да, выписали. Так, еще кто нуждается в нашей помощи, в нашем внимании? Галина Николаевна пришла сегодня. Так очень болящая, но тоже. Видно, что ей помоги, Господи. Тяжело ей очень, но пришла. И обратно пойдете пешком, может, подвезти вас? Да, у меня всегда подвозят. Да. Спасибо, Христос. Так, еще? Помоги, Господи. Ну, брат, давай, говори. Есть слово тебе, наверняка. Я сказал все. Хорошо, слава Богу. Там у кого есть слово? От Потеряевки-то есть какие-нибудь сведения? Что там, как у них? Ну, я не слышал, не знаю, как у них. Карась ловится, растет кокос. Они привезли карасей и забили полный лагерь. Да. Карасей забили? На зиму, полный, да. И Мать Тихоныч сказал, выставлю ролики после того, как слюни протекут у тех, кто там читает о карасях. На карасе. Там завистливые такие люди смотрят на карасей и начинают потом везде письма слать, ну, в российские инстанции. И потом люди приезжают и смотрят, впадает там в пруд в Балтийское море или нет. Вообще это странно, конечно. Люди не доедают, что ли, где-то у себя. Нет, это все тот же враг спасения нашего. Он сеет эту смуту и наводит людей на... Я же рассказываю, просто плавал, и человек там, он мне как-то сказал, я, говорит, завидую тебе, говорит, ты в холодной воде. А все от зависти. И потом он переплыл, когда тепло было на ту сторону, и я чуть не избил машину, чуть не сжег. За то, что я рядом с ним проплываю. Вот так вот, братцы. Так и началось-то, все, начиналось-то все так же, из зависти. Этот змей, который завидовал Адаму и Еве, он соблазнил, это первое. Второе, по зависти убил брата. Ну и все, так оно и продолжается, все по зависти. Я единственное только хотел сказать, сегодня с сестрами беседовали, такая щекотливая тема. Надя, она понимает, да, Надя? Ну, Надя, Галина сейчас путешествующая. Я вот о наших называемых дети, которые уже... Я говорю, ты когда замуж-то вышла? Тебе сколько было? Как раз, наверное, как Ливии? 23. 23, ну, приблизительно. Я говорю, почему у нас взрослые уже дети, почему они там сидят, а не с нами здесь вместе? По привычке. Я хочу с ними познакомиться, они со мной не будут знакомиться, я им не интересен. А мне интересно с ними познакомиться, кто они стали. Я говорю, Надя, ну вот ты тут занятия с ними ведешь, постоянно занятия, занятия. На этих занятиях можно сказать, дети, в следующий раз мы остаемся вот здесь, со взрослыми. И будем знакомиться. Я говорю, прям знакомиться. Вот Галина Николаевна, ее звать Генриетта. Почему Генриетта, интересно. А вот дали ей русское наше славянское православное имя Галина. Галина Николаевна, вы в молитвенной поддержке как себя пишете там? Где-то. Меня так сын забыл. Может быть, вам помочь и зарегистрировать прям? Ну, можно. Так, как каждый, кто у себя номер ее запишет, вот как посчитает необходимым, так она у вас будет. Будет высвечиваться. Да? Конечно. Да. Ты ее так и запиши, Галина Николаевна, этот номер у себя зафиксируй. Значит, телефон, ты его не сохранил замени. Себе его еще. Она у тебя так числится. А если ты ее сохранил, она будет так, как ты назовешь ее. Хоть Кудрявцева, хоть Генриетта. У меня сын так познавал, когда регистрировал. Ну, понятно. Вот видишь. Вот весь выход из ситуации. Да, видишь, уже немножко познакомились, уже знаем, она в молитвенной поддержке. Да. Ты есть в молитвенной поддержке? Нет. Нет у тебя. А так бы мы о тебе молились. Ну, хотите, добавлю вас уже из детской. Вот у нас, к примеру, Енафа, ну, это уже не секрет, она поступала в политехнический университет вот сейчас. На дизайнер конструирования каких-то одежд. Очень интересное там такое, мало мест совсем, там 5 что ли всего. И там было человек больше 20. Или, да, нет, что же она говорила, сколько там на место? 17? 17? Ну, короче, конкурс.
И она сдала все экзамены, но по баллам не прошла. Потому что у нее не было ЕГЭ, баллов нету. И поэтому там определяли уже на глазок. Я говорю, не диплом же вот этот. Вот она и прошла. Я говорю, ну, мы узнаем только, когда ты уже экзамены сдала. Ты что не помолилась? Молитвую поддержку сбросила бы и помолились бы о тебе. Помолились. Да, я не такая. Я жду трамвая. Ну, понятно, что ты не такая. Я говорю, ты неверующая просто. Если бы ты веровала, вера что такое есть? Вера что такое? Невидимо. Постоянно повторяйте это. Вера есть. Вы понимаете, вот когда вот что-то с вами случилось, грех, или вам говорят, ты неверующий. Меня бы сказали, что я неверующий. Я бы так возмутился, я бы Библию начал все сейчас прям читать. Цитировать. И цитировать, и толкование прикладывать, что я верующий, да, я грешник, но я верующий грешник. Вот в чем дело. Меня Господь нашел. Меня Господь нашел. Вот я прям бы вот так вот зубами. Я называю детей неверующие, они спокойно. Я говорю, ты неверующая просто, вот и все. Ты не веруешь, у тебя нету никакого ожидаемого. И тот, который невидим, он для тебя закрыт. Он действительно для тебя невидим. Это как дверь. Вот Писание — это дверь. Ты должен войти в церковь. В церковь, вот, маленькое, маленькое собрание. Сколько космонавтов уже залетело? Америки, там итальянцы есть даже, там японцы, болгары там есть, венгры даже, это советские их тут забрасывали. Русских куча космонавтов. Уже космический отряд больше, чем верующих истинных на Земле. Вот так вот. Очень. Ты хочешь войти в ограду? Писанием входи. Писанием, Словом Божьим. Почему вы без радости? Если затягивают вас на занятия, то затягивают. Почему вы сами не остаетесь, как вот наши сестры? Какой пример подают они? Глядите уже, они старинные какие уже, все. Уже как пятаки протертые уже. Видно, и согбенные, и там все поразрезанные. Но они остаются, ходят здесь. Почему вы, молодые, блестящие такие, светлые, как солнышко? Почему вы в моих глазах и сердце мое, вы такие пожухлые, тусклые, как... Даже не бабки какие-то, нет, какие-то не ведьмы даже. Хуже, какая-то темнота одна. Смотрю на наших детей, и у меня сердце не открывается. А апостол Павел говорит, расширьте сердца ваши, а мое сердце всех вас принимает. Я вас всех принимал, я вот тут сидел с вами, занимался вместе с Словом Божиим. Я пытался показать вам, как я вас люблю. Мои объятия были безграничны. Почему? Безгранично Слово Божие. Почему это не действует, я не знаю. Но я всего лишь могу быть поливающим или насаждающим. И Господь взращивает веру в вас. Вы идите вперед к Господу, просите Его. Я так теперь понимаю, вот мысль у меня возникла. Я понимаю, почему наши дети не могут дойти до Господа. Потому что те, которые совсем неверующие, помните себя, когда вы были неверующие. Во сколько ты? В 20 лет? В 19 пришла? Во сколько тебя нашел Господь? В 19 лет нашел Господь сестру нашу. Ну, я так пример говорю. И она буквально уже с первых занятий, она так полюбила Слово Божье, она бежала, девчонка молодая, ну, она что там говорит, Надюшка? И она бежала на занятия. Сидят бабушки там, ну, такие старые, старинные люди. Она среди них сидит, учит. И таких было немало. Почему? Она была совершенно язычницей, и Господь увидел ее стремление и тут же дал ей дивидендом еще, ну, авансом дал попадать на занятия, изучать Слово Божие. А вы с самого детства, вы были здесь, крещенные, да, уже, то есть Господь все вас сделал своими, и теперь вам надо, я так понимаю, большее усилие, большее стремление к Господу, большее, потому что вам больше дано было с детства. Но вы этого не проявляете, вам это неинтересно. Почему? Вы думаете, что это обыденность. Ничего подобного, это не обыденность. Чтобы стать Божьим, родиться свыше, ты, не знаю, ты должен Бога искать каждую мгновение. Каждое мгновение. Вот если бы мне сказали, ты неверующий, ты не ищешь Бога, ну я бы возмущался очень сильно. А мне зачем возмущаться? Я постоянно на занятиях. Меня кое-кто спрашивает, кое-кто говорит,
ты на занятии остаешься? Я на второй раз, когда я спросил, ты на занятии? Я, ты сам, душа, ты сама на занятии оставайся, я вот тут сижу, вот тут. Я ни в туалет не хожу, никуда не есть. Я говорю, я даже есть не буду, давайте занятия. Нет, а я есть хочу. Давай ешь, поешь, потом занятия. Поела, мне надо цветы поливать, мне надо то это. Все, нету. Подожди, тогда ты зачем мне задаешь вопрос? Ты остаешься на занятиях? Я говорю, ну, община наша, она небольшая. Я говорю, я всегда сижу вот здесь и готов к занятиям. Я подготавливаюсь к занятиям, понимаете? У нас сейчас идет 10 глава Евангелия от Иоанна. С 16 стиха начнем. И Христос, Господь Бог, говорит о Христе. Бог Отец говорит нам о Христе. Кто такой для Него Христос? Через это мы переходим дальше на повествование библейское и ищем. Кому так еще говорил Бог Отец? Кому? И ничего не находим. Христос, Он Бога-человек. Все, и мы... И тогда мы получаем веру. А, все-таки Господь нас спасет. Да, да, спасет, спасет. Но для этого нужно сидеть здесь и читать вместе с нами Слово Божие. Чтобы Господь проник и в тебя, и Он увидел твои старания, что ты хочешь идти этим узким, тернистым путем именно за Ним, а не широко катиться, сейчас что у нас, день города, пока поехали. Будем идти, смотреть, какие все ходят разодетые, в штанах, клешах девчонки, вот это полуголые, накрашенные этим на самокатах, в шортах там, волосы назад, красавцы. Нет, не туда надо стараться. Это широкий путь. Они все там на самокатах будут в аду. А ты без самоката. Ты давай ножками за Христом. Вот так хромая. Вот, ну как я могу сказать, хромая. Как потихоньку, как сестры наши уже, идите. Как Виктор Андреевич. Вот. А ему сколько, скажите, возраст? Ему никто не скажет, сколько ему. Он вообще стройняшка. 52. Вот идите так же, как он, тоже стройно, горбатыми. Вот кубарем катитесь до храма Божьего на занятия. Если не можете, есть интернет. Если вообще не можете, скажите, я приеду к вам, прям занятия проведу. Только вы зовите, вы трудитесь сами-то. Тут напрашиваешься, никому не нужен. Спаси Христос, да. Слава Христу. Спаси Христос. Дело в том, что часто мы соблазняем своих детей, соблазняем своим поведением, проявляя какую-то слабость. Я уже рассказывал, как это случилось с моей дочерью, когда она еще училась в школе. Ушли все на обед в столовую в школе, а я ее кормлю. Я одел на нее платок, все, помолились, мы сидим, она кушает. И вот они возвращаются. Моя рука сняла платок с ее головы. Все. Этого достаточно было теперь, чтобы этот платок теперь для нее это камень преткновения. Постоянно приходится говорить об этом. Не постоянно, но очень часто. А это будет иметь продолжение в моих внуках. Так что это первое. Это мы можем говорить, что то, что они здесь ходят с нами молятся, это одно. Но когда они видят то, что мы делаем, а не исполняем так, как должно, если подаем в такой вот соблазн, то, конечно, они теряют эту веру и не находят ее, и не проявляют должного рвения ко спасению. А Царствие Небесное усилием берется. А без усилий ничего само собой не придет. А потом они еще видят и здесь, в нашей общине, какие-то разногласия, какие-то, значит, перипетии между собой, нестроения. Это тоже откладывает на них впечатление. Ну и, естественно, когда то, что вот оно дается вот так вот легко и свободно, то есть они получили крещение, они имеют, каждый день ходят на молитву, на каждое воскресенье. Ну, есть оно и есть. А хлеб мы замечаем когда? Когда сели за стол, а его нету на столе. Когда он ценен для нас. Вот когда они нахлебаются по полной, да, может быть, Господь или... Тогда не приходит. Придет. Виктор Андреевич, я вас слушаю и хочу сказать, что то, что сегодня брат читал,
вот сегодня прочитал, ну, проповедь, я не буду повторять. А Коринфяне община, я вообще не должен прийти к Богу. Если я Коринфскую общину, я прочитал послание, когда был, ну, когда пришел к вере. Читал послание, и что я должен смотреть на... Это к нам написал апостол, к нам написал, то есть я должен это принять, чтобы мы не были похотливы на зло. Вот ты увидел что-то такое в общине, там что-то, какие-то нестроения. Ты вопрос задай. Я знаю, против меня люди восстают. Вот Лену послушали на занятиях, и потом у меня там в интернет-сообществе, близкие мне там люди, они меня укоряют. Кто я такой там и так далее уже, и от меня отходят, вообще не слушают меня. Всего лишь вот она высказалась там, что я там обманывал Игната Тихоновича, там еще что-то делает, она мои грехи перечисляет, ну хорошо так перечислила, с таким энтузиазмом, и все поверили там в интернете, теперь я окаянный грешник, благодарю сестру, и что? А ты обманываешь это... сейчас? Я тебе в тетради лично написала. Это... Я ни один грех твой не озвучила вслух. Это все в тетради. Это было. Я не читал твою тетрадку, ничего, ну, заняться ты... больше нечем, что ли. Откуда ж ты знаешь-то? Я тут не говорила. Я не говорила. Я тебе что? Ты сам виноват. Просил, что ли, чтобы ты мои грехи какие-то перечислил? Ты не просил, да. Да ты нас. Ты выдумщица, ты песни сочиняешь-то. Тебе заняться просто нечем. Ты бы о себе написал лучше. Только не надо мне давать читать. Напиши и читай это сама у себя. Все, понимаешь? Так. Поэтому, Виктор Андреевич, поэтому то, что вы сказали, ну, местом писания нам докажите. Вы это я слышал неоднократно. Да, она должна давно была вас простить. И уверовать в Господа, как вы веруете сейчас. Это что такое? За один раз она увидела что-то. Да у вас знаете, какая сила? Знаете, в Библии написано. Мот и пьяница, и побили камнями. Первые бросили на нее камень, и все. Благословили детей каменюкой, по башке ему, и все. Почему? Он не почтил родителей. Поэтому все закончилось. Как так? Вы сейчас каетесь, такие прям в раскаянии уже который раз, а она до сих пор там воюет с платком. Это ее уже дело, вы все рассказали. Вы как Иезекииль, вам Господь сказал, скажи, будь чист от крови. Вы сказали это все. Я понимаю, что это ваша дочь, но вы не забудьте, что в раю, вы, если кто-то будет из ваших родственников в аду, вы говорили, вы не пожалеете его уже. Все, вы будете знать, почему все это есть. Вам Господь вложит это понятие. Вы стремитесь к нему сейчас, Виктор Андреевич. Воскреси Христос для утешения, но конечно. Боль она остается. Я пока не в аду, слава Богу. Надеюсь, что там не буду. Но эта боль она будет до конца моих дней, пока я жив. А то, что она не меняется, это, конечно, от нее зависит. Тут насильно ничего не сделаешь. Хотя я продолжаю капать. Да. Капля долбит камень не силой, а частым падением. Надеюсь, что Господь поможет мне в этом. Спасибо, Христос. Помоги Господи. И нам всем. Потому что свою веру не вложить. Каждая мать и каждый отец это знает. Мне только вот интересно один вопрос, который для меня неразрешим и не будет разрешим. Они уже крещены. То есть крещение это рождение свыше. Но 28 глава Евангелия от Матфея, 20 стих говорит, ну не 20 там раньше, или Евангелие от Марка, 16 глава, там 15 стих точно, и там говорится так, кто будет креститься, веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет крестить, а веровать, осужден будет. Слова крещения-то нету, крещение, слово отсутствует. То есть, как бы крещение, оно, ну, там, это, если мы уравнение составим, минус на минус, то есть, плюс только тогда, когда ты веруешь. То есть, два раза слово вера идет, и один раз крещение. То есть, как бы крестить-то и крестились, вот они, вот, крещенные дети. Все разбежались, вот, молодец, Лилия, сидит. И правильно делаешь. До конца лучше выслушайте все. И
Остается-то что? Остается только неверие остается, и все. И тогда что дальше? Ну, даже ты крещен. У нас как оправдываются все? Ты веруешь? Да, я крещен. Не, подожди. Ты скажи, веруешь ты или нет? Крещен. Я спас постоянно смотрю. Я, знаете, на наркотике сижу. На этом спасе. И на союз. Ну, союз реже. На спасе. Я нет-нет, опять загляну, думаю, неужели? Загляну туда, что Осипов, что эти священники. Они вообще могут по Слову Божьему разговор вести? Осипов самый лучший из них. Он прям берет Слово Божие, а потом говорит, что захотел. А священники, они и Слово Божие не говорят. Говорят сразу, что хотят. Просто и все. И все. И у них эти, приходят веровать, и приходят артисты, депутаты какие-то. Все такие лощеные, бритые. Артистки разодетые все, в сережках крашеные, вот эти вот, ну, заголенные. У них что, нет нормальных людей? Нету нормальных людей. И ведущие кто? Все актеры ведущие. Актеры, если, ну, или бритые, или так вот щетина вот эта вот есть. Никто не показывает веру ничем. А священники сидят с крестами, все как надо, черные одежды, даже борода есть. И никогда Слово Божие не говорят. Вот сами придумают, вы смотрите тоже? Иногда. Ну я тоже, ну я каждый день, но понемногу, потому что я не могу больше смотреть, у меня сердце рвется. Это видно, брат. Спасибо, Христос. Разрешите мне Слово Божье озвучить, о чем сейчас брат говорил. Итак, правильно он все говорил. Евангелие от Матфея, глава 28, с 19 по 20 стих. Итак, идите. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 стиха по 16. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И еще очень интересно сейчас, в последнее время, в книгах Игнатия Тихоновича, то, что он собирал проповеди, и кроме того еще и беседовал с людьми. Беседа с Генрихом Фастом, Геннадием Фастом. В двух вопросах сейчас уже прямо начитано. Вопрос 3759-3760. Проповедь, вернее, открытым оком. Берите в поисковике, находите и слушайте уже начитанное. Как человека мать с самого еще зачатия начала о нем молиться, чтобы он был спасен. Она была верующий человек. Замерзких не благословляют. И даже они переехали из одного места в другое, чтобы спасти души детей. Они жили в Усть-Каменогорске. Пришлось переехать в Караганду для того, чтобы люди имели общение, дети, с молодежью. И как они возрастали, и как они молились, и как они читали обязательно Слово Божие. Каждый день. Мать им прочитала до возраста 7 лет уже всю Библию. Вы бы православный пример привели лучше? Православный пример? Все. То, что вы говорите. Не на каждого найдется Игнатий Тихонович, который там столько с ним поработал. Конечно. Да и видно, что когда он писал о себе, как он искал, когда конфирмация была у него, и он искал, там ему было 14 лет. И у него там, он такое описывает внутреннее состояние, он странный был уже с тех времен. Как у нас был, как у нас Юра Бодю был, тоже пятидесятник парнишка, приходит ко мне и говорит: проверьте, пожалуйста. Ну, я когда был там воспитателем. И дает мне такую сделанную брошюрку из листочков. Я сразу раз смотрю, там евангельский, что-то, евангельский вестник, что ли, как-то вот так назвал. Солнышко вот так вот. Там что-то там еще такое нарисовано. Я открываю, там сразу начинаются места писания пошли. И вот
как дети, вот они воспринимают это все, он как ребенок воспринимает, и как надо вот им себя вести, там все эти, выписано все. Ему там 10 лет парнишке, из пятидесятников. Бабушка православная сказала, я не буду за ним смотреть, если вы его не отдадите в лагерь, вот к Игнатию Тихоновичу. Дух Божий. И вот они отдали его, и он уже с нами вместе крестится. Он, ну, что там говорить. И единственный, кто подходил, и он со мной дискутировал по поводу правильности веры. Ну, я, конечно, ему показал немного, и потом говорю, слушай, ты еще это недоросый. Я говорю, подрастешь когда, найди меня, я тебя точно не найду, и мы с тобой подискутируем, если ты еще останешься пятидесятником. Но какие стремления, то есть он с ним родители разговаривает, он это уже берет. Это работа Духа Святого. Да, ну, не забудьте еще, что это не он не православный. Придет он или нет, теперь Дух, ко Христу он, до конца-то, он, вот в чем дело. Хочет. А у нас-то дети прям православные, они православные. Первая ступенька, она доступна. Да еще какие. Сатана миллион бесов уже поставил, чтобы только... Вспомните, как он утащил нашего брата Валерия. Вот встала, я наконец-то заговорила. Вот она такая же молчаливая была, как Ливия. Встала, помните, как она встала? И я хотела вас поблагодарить. У меня глаза поднялись. Ничего себе, она японский учит. Уже знает японский, там английский в совершенстве практически. Но никогда не слышал, как она говорит на русском. И вдруг она заговорила. А ей посвящено два песнопения. Три стихотворения Игнатий Тихонович написал. С 12 лет она как бы верующая была. И она говорит, как хорошо я поняла, это, какие же вы все глупые, что верите в Бога. А ей там сестры начали говорить еще, а как сатана твою душу-то украдет. Она засмеялась так, прыснула в ладошки вот так. И говорит, вы что, еще верите в эту сатану какую-то? Господь отобрал полностью все, что там, если было там с детства и так далее. Помните, как это все было? А это все записано, можете посмотреть видео. Ну, однако, пока не закрылась крышка гроба, душа не вышла. То есть, теперь мы видим, наоборотошное произошло. В 12 лет она уверовала, она действительно веровала, мы с ней беседовали. Ну, она так между этими отвечает. Она со мной, говорит, я ни с кем не буду ходить, только с вами на благовестие. И мы с ней ходили на благовестие в центре, вот там вот, около почтамта. Она прям людям раздавала Евангелие, вот Евангелие прям подходила, раздавала. И ну, она внушала, мне такие глазища еще, доверие тут, и я в этой камелавке. И как-то вот так хорошо у нас получалось. Много раздавали мы, беседовали с людьми, она стояла, слушала. То есть, от чего вера? Даже не от раздачи Евангелия зависит вера-то. И потом вдруг, и сколько было тогда, это, брат, 22, да, где-то было 24. Года. 24. Да, она сказала, побольше. Что половина своей жизни она уже в общине, а да. Пришла в 12, значит, и 24. Что половину жизни она в общине. Дело все в том, что должна быть, должно быть странная жертва, Господь, апостол Павел о ней говорит. Господь Иисус Христос о ней не говорит, а Он показывает примером своим. Это жертва общения должна быть. Вот. Кровь Иисуса Христа, когда очищает нас от всякого греха? Перед этим, почему слова не написаны? Когда мы жертвуем общением, то есть мы приходим на встречу с верующими братьями. Братья. Ну, туда же и сестры входят, запомните. А почему не говорится, чтобы сестры не возгордились? Потому что каждая женщина хочет стать генералом. Склонны к тому, чтобы поэтому, очень склонны. Поэтому... Да, для смирения. Когда я говорю, братья, там, и вот кланяюсь, когда я на прощенном, вы, сестры, знаете, что я вас помню, всех помню. Я помню, как вы ходили на благовестие. Братьев-то было не так много. Ходили сестры в благовестие. По квартирам, по этажам. Поэтому, Виктор Андреевич, когда вот вы говорите, что наш пример и так далее. Галя об этом тоже часто говорит, сестра наша Галина. Тоже говорит, вот какой вы там, братья, пример показываете и так далее. Ну, я подошел, говорю, Галя, я вот
Ты считаешь, что это маловажно, что ли? Я постоянно стою. Это важно, брат. Я постоянно остаюсь. Ну, за собой следите. На занятиях постоянно. Давайте на занятия останемся. Вместе будем изучать Слово Божие. Только через Слово Божие. Не через мой пример, через пример Христа идите. Не надо на меня смотреть. Ладно, я не апостол. Все, я такой убогий. Борода кривая, там еще что-нибудь нравится, не знаю. Но Христос, Он прекрасен. Идите за Ним. Вот и все. А мы здесь слова Христа изучаем. Не нравится, как я разговариваю, я замолчу. Я показал это уже. Сестра, подними, пожалуйста. Я уже показывал, я могу помолчать. Давайте ты говори. Ну ты молчишь. Слава Христу, будем идти за Христом. Помолите, можно я скажу? Да. Вот у нас, я еще прям помню, вот здесь вот сестра, где Михаил сидел, она говорила, она тогда училась в университете, или где сдавала бесконечные экзамены, ну как и мы все. Мы всегда говорили, вот экзамены, сессия, помолитесь, и шли. Но это не значит, что мы спали, не учились, а потом шли на экзамены и получали пятерки. У нас вот тут количество красных дипломов на душу населения студенчества просто зашкаливает. Редко у кого его нету, красных дипломов, хотя мы все, ну, самые обычные. То есть мы никаких там лицеев, колледжей, вот из деревень понаехали тут. Там что вот хоть. Ты на танцы не бегала, дорогая сестра. Ливии, папа там хоть вот мы почти тут все с красными, и либо да. С очень хорошими дипломами, там 4-5 троечников-то и практически не было. А мы просили, помолитесь, и Господь так посылал, что выучить же все равно невозможно, особенно вот в моем институте. Это вообще там даже половину выучить к экзамену невозможно. Ну, Господь так делал, что попадался. Расположенный преподаватель, правильные вопросы, правильный билет. Рука вытягивала хороший билет. Да, нужный билет. И даже когда я вытянула совершенно билет, который я не знала, но я так, вспомнив все, написала на пятерку, да, просто вспомнила, я не знала там знания из биохимии, из микробиологии, все, что могла, все туда вписала. И даже мне сам профессор потом сказал, говорит, я видел, говорит, что не по учебнику, не по лекции писала, наверное, все попропускала, говорит, писала из головы. Я, говорит, понял, что вообще и последовательность, это полностью вот сочинение собственного происхождения. И он, говорит, я прям сразу понял, говорит, когда читал, так улыбался. Я, говорит, даже запомнил вашу фамилию, ну, и пятерку поставила. Савица вот что-то была, да? Да. Я к тому, что и вот эта сестра говорила, говорит, а как неверующие идут на экзамены? Они же никого не просят, халява, там молитвы. Приди. Халява, приди. Ты что? Да, ну халява, приди. Говорит, как можно сдать? Ну халява, что она там сделает? Я, говорит, только сдаю, потому что прошу вас о том, что помолились. Я поэтому и сдаю все экзамены. Потому что вы молитесь, ну это была Оля говорила об этом. И она тоже все на пятерке сдавала. И говорит, вот мы просим, молимся и сдаем. Я и нафиг передаю. Как она вообще могла пойти на экзамен и вообще никому не сказать, даже живя... Даже домашним как-то бы по секрету. Не то, что мы бы, у нас есть группа воскресной школы, она бы могла там написать. И то есть, а они вот не только инафа, они все такие, они вот все вот такие. Она путешествовала вот. 2 недели, и молчком, она, сколько молчком. Нам позвонила? Один раз? Самонадеянно. Два? Так это и во взрослых у нас есть. У нас есть молитвенная группа, где одни и те же всегда пишут свои просьбы. Заболел, поехал. А другие годами... Годами ни разу не попросили ни о чем помолиться. Значит, не ездят никуда и не путешествуют, и не болеют. Но во взрослой группе тоже... Вот вы говорите пример. Галя каждый раз едет, и она в молитвенную поддержку говорит. Да. Молитесь, молитесь. Я, о, опять сестра поехала. И все, и у меня уже в сердце она в поезде. А другие никогда не обращаются за помощью в молитве. Никогда. И, то есть, и дети, и взрослые, все одинаковые. У Ливии, вот слава Богу, она тут с нами сидит. У нее даже нету молитвенной поддержки. То есть ей не нужна молитва, она сама. Ну там мама помолится, передаст Оливии и так далее. Так а ей 22 года. У меня 22 года уже второй ребенок родился. Слава Богу, живой. Живая вот. Живет в Красноярске. 22 года. И что? Ну, я говорю о том, что серьезность намерений какая была. Жизненная. Вот, ну, возможно, она просила вот молиться кого-то, но не объявляла об этом. Да, она, не... она вообще никого. Она, кого она попросила? Она со своими домашними. Вот это и к тому, что свою перфокарту и голову даже своим домашним Игорь сложно вставить. Да, вот. И точно так же мы со своими детьми. Конечно, мы их всему учим, говорим, но есть или нет отдача, уже, наверное, не от нас зависит. Да, здравствующий Господь. Помоги нам, Господи. Молимся, да?
Не всякого истину положите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвети правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Алва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Братья и сестры, простите меня, я уловил упрек, взгляд такой от сестры своей. Я ей пообещал, она просила меня перед нашим занятием здесь. Спеть. Да, спеть. Она боится, что она потеряет голос после операции, предстоит операция вот через месяц. И может потерять голос, это реально может. Так что такое случится. Можно ли говорить в последний раз, решите мне спеть. Послушай меня. Декламировать потом будешь. Не переживай. Сколько лет напрасно мы тратим ежечасно, в грехах проводим мы дни, скорее к Богу приди, ведь Он нас так ожидает, а минуты спасенья тают. Только в жертвенной любви спасенья основа. Свое сердце Богу принеси навсегда. Нам дарит искупление крови своей прощенье, стал за нас жертвой Христос, крестом спасенье принес, исчезла стена разделенья, вернулась с Богом соединение. Только в жертвенной любви спасенья основа. Свое сердце Богу посвяти навсегда. Что может быть прекрасней, чем солнце свет в ненастье? Иисус наш путь озарил, надежду нам подарил, достичь вечное счастье, это в Божьей и нашей власти. Только в жертвенной любви спасенья основа. Свое сердце Богу подари навсегда. Господи, помилуй, Господи, помилуй, дай, Боже, нам дай войти в небесный Твой край своей божественной силой. Освети путь спасенья дивный.
только в жертвенной любви. Спасенья основа, свое сердце Богу посвяти навсегда. Подари навсегда, навсегда. Спасибо, Христос. Да поможет тебе Господь сохранить голос. Мы молимся о том, чтобы операция прошла благополучно. Уже сейчас можно молиться. Чтобы укрепил Господь руки врачей. Он пошел в не забывайте фотографию делать. Хотя бы по одной каждой сделайте, кому вручили. Чтобы Юля что-то поставила. Правильно, хорошо спел. Кому вручаешь фотографию? Да. Кому? Вот вручаешь? Вот вы соседке подарили Евангелие. И вы сказали, можно я вас сфотографирую, что я вам отдала? Сестры, братья, оставайтесь на занятиях, пожалуйста. Что не выкинули, не валяется где-то, что раздается. Да. И Юле скидывайте. А Юле остаетесь? Вы остаетесь? Туда вопрос. Да. Туда. Все, я к тете Тане поехала. Как только... Брат, ты остаешься? Да. Ага, хорошо. Ну, давайте. Вы хотите перекусить? Нет? Давайте. Время-то 10. Кого тут? Я тоже. Хорошо, мы разбираем чай, всего одно. Просто сразу будем. И все. Кто против? Что а, ну, кто? Да кто? Лена уходит, ей все равно какая-то. Так, у нас Лена одна только есть. Все остальные. Можете убрать со стола. Да почему Евангелие-то? Да, чтобы это там... Пускай они, Евангелие-то даже приятно. Что там? Нормально. Ну все, слава Богу. Давайте сразу занятия. Давайте занятия. Брат, учебник этот, Евангелие и... Свет Девори,